Итак, всем привет, с вами Кейн. Сегодня я взял новое задание. Я уже тут продумал план действий, как мы это все будем делать. Возьмем доски, топливо. Топливо мы возьмем по пути. Переехали мы на карту Горная река. Уехали мы с Белой долины, вот Белая долина, отсюда мы уехали, и вот так вот по плану мы сейчас просто проедемся и заберем топливо и привезем на базу. Взял я новый тяжелый тягач наш, вот такой вот он. Кстати, довольно-таки хороший, приятный в управлении, лучше, чем тот желтый, который был. Поворачивает, кстати, очень-таки хорошо по сравнению с тем. Ну и плюс вот можно поставить на него колеса с цепями. То есть по льду будет тоже хорошо ехать, именно как раз для Аляски то, что нужно. И скорость, кстати, у него хорошая такая. Ах ты, ёлы-палы, вот это вот я вот не продумал. Я понял. Небольшие трудности уже мы преодолели.
Вот теперь у нас следующий наш пункт. А, прицеп. А, цистерна, что ли? Та фигня. Топливные бочки. Две штуки. Все, теперь мы загружены полностью. Все, что нам нужно, уже на борту. Можем ехать. О, кстати, может быть, сразу заправимся, а то что много топлива потрачено было. Чуть не проехал, е-мое. Что-то смотрю. По-моему, надо поворачивать. Оп, проехали. Отлично. Так. Съезжаем с дистанции. Чтобы у вас, а? А вот наш пункт назначения. Лодок тут понаставляли. Вот и все. Итак, выбрал я уже следующее задание. Нам нужны расходники. Сейчас переключим. Вот расходники. Два. И теперь мы сделаем такой крюк. Поскольку здесь труба уже обвалена, я уже научился на своих ошибках. В общем, поедем здесь. Тут переедем просто через лес. Вот так вот. Ну, в общем, сделаем круг почета вокруг карты.
лебедку я снял с другого тяжа, там желтого стоит. Там она удлиненная. На нем она пока не нужна, поскольку его использовать не буду, поскольку у него ставятся как бы стандартные резины. Это внедорожные. А мне нужно желательно, чтобы еще и с цепями, чтобы я мог по льду ехать. То есть для езды по Аляске он не особо сильно подходит. Ну, не во всех местах он сможет проехать. В некоторых будет испытывать большие трудности. А этот, как бы, будет у меня сейчас чаще использоваться, поскольку у него есть резина с цепями. То пока что будем ехать на нем. И поэтому переставил на него эту лебедку, поскольку, ну, может иногда выручать очень сильно. А вот и наш второй пункт назначения. Вернее, как поездки наши. Загрузимся сейчас дровами. Теперь у нас 4 из 5 мест заняты на прицепе. Вот здесь вот, если бы другая резина была, там где нет проходимости по льду, то просто бы шлифовал резины на месте, на одном месте, никуда бы не ехал. Поэтому нужно применять что-нибудь, что имеет резину с цепями. Я вот вижу идеальным вариантом это вот этот вот тяжелый тягач. Поскольку у него есть достаточная мощность, грузоподъемность и нужная резина. Ну а в случае чего удлиненная лебедка придет на помощь. Вот таким нехитрым образом мы выполнили, ну, наверное, большую часть задания. Почему большую? Да, потому что топливо, бочки с топливом, ё-моё, доставить будет очень просто. Поскольку находятся они, давай,
недалеко, а точнее совсем рядом. Сейчас развернемся. Там есть... Вот мы ее, по-моему, проехали как раз. Только что там была АЗС, и на ней можно взять сейчас бочку. То есть это совсем рядышком. Угу. Главное вписаться в поворот. Да, вот она. Вон берем 1, 2, 3, 4. И все. Сейчас таким же нехитрым образом поднимаемся туда наверх. И задание, можно сказать, выполнено. Вот и все. Да, мы лихо гоняем по горам.